Быть в телевизоре всегда лучше, чем сидеть перед ним. Кажется, именно такой позиции придерживаются студенты, которые пришли на кастинг на Универ ТВ. Желающих появляться в эфире оказалось много. В основном это были студенты Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Так, например, Анастасия Попова приехала в студию за час до начала испытаний и, пройдя кастинг первый, делится своими впечатлениями. На самом деле это было очень волнительно, но мне все очень понравилось, если честно. Это пока что первый этап, и потом еще будут остальные. Преобладающим количеством участников оказались первокурсники, которые с большим энтузиазмом и интересом отнеслись к пробам. Настроение у меня очень позитивное, настрой боевой. Я надеюсь, что сегодня все получится, причем не только у меня, а у всех нас. Пришел, чтобы получить новый опыт, потому что у себя в городе я тоже был телеведущим, но этого было мало. Я очень давно хотела прийти на этот кастинг. И я учусь на телеведущую, я думаю, что мне это будет интересно. Замечательно все. Очень энергично. Заряженные настроение, да, все заряжены и готовы. Новая возможность попробовать себя. Нам об этом с самого сентября говорят, о канале и о том, что будет возможность на нем испытать себя. Подводить итоги рано, ведь впереди участников ждет еще несколько этапов. Елизавета Королева, Фарид Захитаглы, Универ Ньюс.